В жуткой аварии на Свердловском проспекте погибла судья арбитражного суда Челябинской области. 56-летняя Татьяна Васильева ехала в Митсубиси. За рулем этой иномарки находилась 51-летняя женщина. По предварительной версии, по непонятным причинам, дама выехала на встречную полосу и столкнулась с Ауди. Удар был такой силы, что обе иномарки превратились в груду искореженного железа. В результате данного ДТП погибли пассажир и водитель автомашины Кольт, Митсубиши Кольт. То есть это водитель, женщина 1963 года рождения и женщина 1958 года рождения, соответственно. Судья Татьяна Васильева находилась на пассажирском кресле. От полученных травм она скончалась. Погибла и автоледи. Известно, за 11 лет водительского стажа она всего один раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сейчас сотрудники ГАИ проводят проверку и просят очевидцев аварии сообщить подробности ДТП.